Перинвест будет разгонять. И вот первые очки. Вот и первые очки. Справиться игрокам Charlotte Bobcats, но будут пробовать. Будут пробовать. Арайкса Океан на это есть. И вот сейчас Арайкса Океан отвечает. Ильченко классно разрывает зону. И вот сейчас очень здорово. Очень здорово инвест двигает мяч. Классно Куракова. Кураков индивидуально проходит на Евростепе. Алексей прекрасно себя чувствует. И 2 очка набирает. Персоты взаимодействия, но которые помогают разорвать дистанцию с соперником и создать открытый бросок. Забивает 2 очка. По штрафных будет бросать. Хорошо. Хорошо. Попадает первый штрафной сейчас. Хорошо. Хорошо. Попадает первый штрафной сейчас. 85-й номер. Новая пятерка инвеста на площадке сейчас. Меняются они прямо пятерками. А вот Шарлот себе такой прелести позволить не может, но может позволить. Где? Вот еще 2 очка. Воу, Леша! Вау! Еще одна трешка от Филиппа. Лицевое сбрасывание. Бугрей здорово получает мяч и 2 очка. То есть это трешка. Но вот Ильченко, а вот Ильченко проходит с фаулом. Здорово, отличная передача сейчас, и Чесноков 2 очка из-под... Попадает. Ну и за боковой будет сбрасывание сейчас. О, Кураков, трешку за... Да, не самый результативный у нас пока вторая четверть получается. Хорошо, раскидали. Ильченко. Перевод в угол. Снова загружает Большого и Чесноков. Чесноков просто лучше. О-о-о. Два с фолом. Два с фолом. Атака Шарлот. Ильченко здорово на перехвате. Ильченко разгонять будет. Ильченко в проходе с левой руки. Здорово. Тея. Здорово, Бугрей.
Накрыл, отправил спать домой просто Алексея. Красотища. Но Кураков не согласен. Все те же минус 8 для Bobcats. Надо им научиться забивать. Хорошо. Нет, не попадает. Попадает Араик. Два штрафных. Попадает. Попадает. Всем не результат. Трешка. О, наконец-то! Проснулись, забивает сейчас Воробьев. Нет, не Воробьев, забивает Русакович. Три очка. Тут ответ на ошибку от Инвест. Кузнецов. Ой, какой сложный бросок, но закатывается. Чудесный мог. Хорошо, под кольцо. И заваливается. Заваливается этот мяч. Кузнецов не попадает, но здорово. Здорово, Алексей Кураков дорабатывает здесь на подборе. И два с фолом забивает. Будет пробивать. Трешка. Кураков. Красота. Попадает Алексей. 5 очков разницы становится. Неужели величайший камбэк будет? Ильченко. Красота. Под кольцом Чесноков. Здорово. 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 В проходе. Ченка. Забирает мяч. Ильченко. Ильченко. Молодец. Трешка от Куракова. Кураков. Леша. Вот. Вот она игра чуть из больших. Прекрасно, пусть снова будет разгонять. Загружает пост. Передача на Свирина. И Свирин. Нет, первый штрафной выпрыгивает все-таки. Второй забивает Олег. Два штрафных для Торина. Попадает он первый. И второй тоже реализует. Нет. Тут тоже не точно, но вот. Здорово, после этого 2 очка забивает у нас.